Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вам представляю мою последнюю реставрационную работу. Это старинный мольберт, который я чисто случайно обнаружил на блошином рынке в очень плачевном состоянии. И посмотрев на его оригинальность, я решил ему дать тоже вторую жизнь. В чем же его оригинальность? Оригинальность этого мольберта заключается в том, его конструкции. Во-первых, если мы посмотрим внимательно, эта конструкция позволяет укрепить картину высотой до 1,70 м, где-то так. Также очень удобно для художника творить, потому что можно художнику заниматься или рисовать картину стоя или сидя. Ну и перейдем, пожалуйста, к крепежам. Что я сделал? Во-первых, я немножко внизу усилил. Вот видите, вот такие вот поставил уголки железные. Они вроде и смотрятся красиво, и в то же время выполняют полезную функцию того, что усиливают конструкцию. Дальше. Вот посмотрите, какие оригинальные крепежи здесь. Я таких никогда не видел. Здесь крепеж. Скоба. Вот это, если скобу посмотрим, это оригинальная скоба. Вот эти две скобы, если вы видите, они не оригинальные. Дальше. Здесь. Видите, какой крепеж идет. Платформа. Вот так вот это все закрепляется. Все очень хорошо. И здесь наверху тоже такой вот крепеж железный. Если честно, говорить честно, я не видел вот такой конструкции мольбертов. И очень горжусь, что я такой мольберт отреставрировал. Ну, не хочу сказать, будем говорить, это как бы для гурманов-художников. Поэтому, дорогие друзья, мольберт в наличии, то есть кто-то, если заинтересовался им, пожалуйста, обращайтесь, я готов к диалогу.